Привет! В ближайшее время вы увидите несколько видео на моем канале, новых видео. Все ножи, которые показаны на видео, они пришли до Нового года. И, в принципе, на новогодних праздниках, так скажем, была возможность подумать на тему этих ножей, что же вам о них сказать. Немножко, значит, так скажем, составить свое впечатление об этих ножах. И, соответственно, в ближайшее время будут сделаны видеообзоры на данные ножи. Значит, это серки Ки, честно говоря, не ожидаешь по коробочке, что там окажется, совсем не ожидаешь. Муэла, значит, несколько ножей от серии Magnum от компании Бёкер, Heckler Koch, большой и маленький, так скажем, ножичек, но по-своему интересно, особенно большой мне очень впечатлил. Значит, и еще ножичек от компании Benchmade, куда же без него. То есть это самое-самое ближайшее время, то, что вы увидите на канале, то, что, так скажем, о чем приходилось сейчас, в общем-то, готовиться к обзорам несколько. Ну, в принципе, по-своему интересно. То есть серия Magnum интересна тем, что она бюджетная. Серки Ти, Муэла, ну, в общем-то, они тоже недорогие. Да, в общем-то, почти все ножи недорогие. Benchmade более-менее относительно, так скажем, из более высокого ценового сегмента. Но, опять-таки, нож интересный. Я думаю, вам будет интересно посмотреть новые видео. Спасибо, ждите выпусков. Ну, постараюсь ближайшие там пару недель все это выложить, подснять и выложить. Всем удачи, всем пока.